Конечно, я была очень рада, когда Валентин Александрович решил написать мой портрет. Поначалу все было просто замечательно, но, понимаете, на улице лето, все гуляют, играют, а мне приходится по несколько часов в день сидеть неподвижно. Но Валентин Александрович всегда приговаривал: «Ну, посиди, сделай милость, я такой портрет напишу, сама себя не узнаешь». Красавицей будешь. Ну как откажешься? Уникальная возможность узнать имена и истории людей со знаменитых портретов мастера. Впервые все лучшие работы художника, собранные из российских и зарубежных коллекций, на выставке «Валентин Серов» в Третьяковской галерее на Крымском валу.